Добрый день, меня зовут Леся, я из Украины. Я обучаюсь на курсах Елены Тарариной «Теория и практика арт-терапии» и «Арт-терапия в работе с детьми». Вначале я рассчитывала получить знания, получить новые практики, но в результате я не только улучшила свои возможности психологического консультирования, но и получила возможности духовного роста, самомотивации и, наверное, еще очень-очень много вещей, которые очень позитивные и помогут мне в моей дальнейшей деятельности. Эти курсы могут быть полезны не только специалистам, помогающим профессии, таких как психологи, арт-терапевты, учителя, медработники, но и всем, кто интересуется собственным развитием, кто хочет работать в сфере арт-терапии, возможно, получить даже новую профессию, также студентам, которые учатся, хотят стать психологами, скажем так, в будущем. Ну и, конечно, мамам, которые имеют детей разного возраста и хотят наладить с ними коммуникацию, хотят развить способности и многое другое. Конечно, хочу выразить огромную благодарность тренеру проекта Елене Тарариной, а также всей команде. Очень профессиональные люди, очень творческие, и они этим творчеством заражают. И я думаю, что моя жизнь будет отличаться от того момента, когда я только решила прийти на курсы, и теперь, когда я их закончила.